Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Турцию я люблю. Ну, не только я думаю, многие Турцию любят. За море, за горы. Но и также, друзья, за апельсинки. Смотрите, там в кустах сколько она падала. Апельсинки. Декабрь месяц. Смотрите, какая красота здесь. Сейчас вам тоже покажу, сколько их обсыпалось. Сотни апельсинок, и на большом дереве больше 1000 апельсинок, может быть. Это маленькое дерево, но тут их... Ну, 300-400, это как самый минимум. Смотрите, какая красота, друзья. Какая красота. Кстати, давно дикие апельсинки я не пробовал уже. В принципе, можно сейчас, конечно... А, я сейчас могу одеть даже рукавичку, чтобы руку не пачкать. И попробовать одну из них. Помню. Так, хорошо, что есть рукавичка. Так, срывать с дерева не будем. С земли можно поднимать, в принципе. Но самый оптимальный вариант, друзья, это вот эту взять, которая красиво упала в этот кустик. Конечно, машины ездят, поэтому есть я их как бы особо не буду, но задегустируем ее сейчас обязательно. Попробуем, что, какая она на вкус. Сейчас я вам свои ощущения расскажу. И бананчик вот растет, банановое дерево. Какая же красота. Запах потрясающий, потрясающий запах. Уже я его слышу. Когда я пробовал года 3 назад дикие, они были гораздо кислее. Довольно вкусно. Я есть не буду только по той причине, что тут много машин ездит, как бы. Так бы, в принципе, я ее даже съел бы. Довольно вкусная, кисло-сладкая, немножко горечи есть вот у диких апельсинок. Но, в принципе, запах потрясающий у нее. Запах потрясающий. Смотрите, сколько их здесь. Сколько их здесь обсыпалось, и сколько... Какая красота, да? Турция, Алания, апельсиновый рай.